Ребята, я покажу, когда изучение Python будет эффективно, когда нет. Я не буду называть имена, это не важно. В данном случае первый кусок кода, где парень работает с атрибутами. Этот материал не отложится, у этого парня две ошибки. Первая ошибка, это я просто констатирую, он не работает с методикой. То есть, что это значит? Например, нам надо атрибут Мы что делаем? Если мы начинаем с Google, то в принципе результата не будет. Неважно, сколько вы будете заниматься, у вас не будет, вы никогда не сможете работать эффективно. Почему? Во-первых, качественных знаний там нет. Во-вторых, выпадает следующая вещь. Сначала документация, потом исходный код. А потом только Google. Знания рождаются вот из этих двух вещей. Документация пишется на основе исходного кода. Таким образом, получает человек результат, потому что именно здесь рождаются знания. Мы таким образом можем увидеть и докопаться действительно до истины. Давайте рассмотрим на простом примере. Возьмем самую простую функцию, самую часто используемую у Django, для примера. GetObjectOr404. Нам совершенно не надо знать Django, но нам надо уметь интерпретировать язык. Когда у нас появится навык чтения документации, мы можем перейти к самому файлу. И посмотреть следующее. Когда мы смотрим эту функцию в исходном коде, нам явно видно, что здесь используется объект первого класса. Нам вполне понятно, что документация пишется на основе исходного кода. В данный момент это и есть момент рождения знаний. Гадалки не ходи. Гадалки не ходи. Но в примере мы будем видеть работу с атрибутами. Да, действительно, мы везде видим атрибуты. На это нам указывает, что функция getCurrySet присвоена переменной CurrySet как объект первого класса. В данном случае будут работать переменные через атрибуты. Вот оно, момент рождения знания. Этого мало. Давайте сейчас посмотрим второй пример. В данном случае у человека был вопрос, то есть на который он долго не может ответить, то есть гадает. Я ему задал простой вопрос, какие операции поддерживает класс. Большинство людей, довольно опытных программистов, это даже не знают. Как мы можем работать с классом, в данном случае это вообще-то функции, если мы не знаем, какие операции поддерживает класс? Никак. И в том и другом случае есть одна и та же причина. Почему человек не отвечает на этот вопрос? Причина очень проста. Нет методики. Теперь я покажу то, где есть методика. Мы видим все красно, то есть по определенным принципам. Вот это нормальное и одно домашнее задание, каким образом оно выполнено.
Также я покажу второй момент, когда вот человек, который уже пишет, он набросал код и теперь объясняет согласно документации все понятия. То есть со стороны языка. Это уже профессионализм. Грамотно. Каждый объект у него имеет четкое значение. Каждое слово, оно отражает то, что должен отражать, то, каким языком должен выражаться программист. Это где-то 7-й месяц работы по индивидуальной программе. Давайте попробуем понять хотя бы простую вещь. Когда есть методика и что такое навык? Мы возьмем совершенно простой класс. Возьмем метод call. В данном случае, как вы видите, мы оставили поле пустым. Это мы сделали преднамеренно. Нам надо, чтобы класс что-то делал. Возьмем второй, любой самый простой метод. Важно, чтобы что-то делал класс. Как видите, мы опустили self и сделали это преднамеренно. Если мы будем писать просто такой код, код забудется примерно через день, через неделю, через месяц. И, по сути дела, наложение кода на код ни к чему не ведет. Что же нам надо изучать в языке? Навык. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Создадим экземпляр класса. В данном случае для изучения навыка нам надо по минимуму соблюсти три правила. Правило первое. Нам нужно отталкиваться от функционального объекта. Что такое функциональный объект? Я сейчас не рассказываю. Это длинная тема. У нас должно быть начало, понятное нам, и отсюда будет видно поведение. Второе. Нам нужна разница. Разница для проверки всегда выступает то, что мы четко знаем или хотим проверить. В данном случае мы убрали self, потому что мы заранее знаем, как он работает. Третье. Навык – это исключение. Я не зря показал вот этот пример. В данном случае это самая часто используемая конструкция в языке программирования Python, в языке программирования JS и любом языке. Почему? Потому что в большинстве языков современных функций – это объект первого класса. Это удобно. То есть само Django здесь ни при чем. Реализация идет через... А объект первого класса это является технологией, или можно сказать также законом, почему так или иначе я буду, будет работать этот код. Кроме этого, на основании этого закона пишется документация, на основании этого закона мы четко понимаем, как написать свой код, то есть как атрибуты, через атрибуты. То, что мы видим в документации. Очень просто, да? Давайте попробуем заставить класс делать нечто. Возьмем экземпляр и попробуем вызвать метод call. Метод call – это когда экземпляр класса работает как функция. В данном случае мы получим исключение. Абсолютно верно. Один позиционный параметр. В данном случае это и есть отработка навыка. Работая с разными библиотеками, код будет разный. Но, как правило, максимум 10 исключений, может их где-то и 8 основных, которыми вы будете встречаться. Вопрос, когда вы четко понимаете, что делать в данном случае. В данном случае, когда
я вижу, что 0 позиционных аргументов, а объявлен 1, я четко понимаю, что self не объявлен. То есть для того, чтобы заработал метод call, у нас нету ссылки на экземпляр. Я попробую изменить код. Мне надо разница. Я беру, пусть это будет класс B или D, но за исключением того, что сейчас я приведу все к нормальному виду. Создам экземпляр класса. Вызову метод call. Каким образом? В данном случае предназначение метод call — это третий, наверное, второй или третий по применению. Это когда мы экземпляр класса начинает работать как функция. Абсолютно верно. То есть имеет параметры. Это легко проверить. Мы создадим третий класс C. То есть сейчас я работаю с методикой. И уберу отсюда метод call. Создам экземпляр класса. Потом вернусь к тому коду. Попробую вызвать как функцию экземпляр класса. Объект невызываемый. Я четко понимаю, что это делал метод call. В данном случае, вот здесь я исправил ситуацию. То есть все пошло нормально. Теперь, если я вызову метод call, то есть он будет работать как функция, как обычная функция, обычными параметрами. Попробуем заставить делать нечто классное. Но остановимся на этом. Он продолжит работать, если мы не вызываем его как функцию. Вызовем метод main, заставим класс нечто делать. Мы видим, что все нормально. Есть связанный метод. Но когда мы представим метод как функциональный объект, мы опять получим исключение. Мы получаем исключение и видим тип int плюс a. Иными словами, класс даже не спускается до метода. Он работает на уровне класса. Он показывает, что ошибка в строке 5. С одной стороны, не указан парам, но если мы попытаемся его указать, то мы получим очередное исключение. Мы получим исключение, что нужен один позиционный параметр, а объявлено два. Объяснение очень простое. Param в данном случае заменяет self, то есть является ссылкой на экземпляр. Без ссылки на экземпляр класс просто не будет работать. Когда мы пытаемся, мы self, как вы помните, убрали вообще изначально, да, специально, зная, что нам класс не будет работать без ссылки на экземпляр. Когда мы попытались присвоить значение парам, то язык, первое действие, которое сделал, он забрал ссылку, а второй параметр оказался объявлен впустую. Поэтому он нам выдал исключение, что есть два параметра. Пока я на этом ограничусь. Моя задача была показать, что таким образом, работая через исключение, я работаю с навыком. Код может абсолютно любой, но, как правило, исключения одни и те же. Действительно, разбираться в языке. spb-tut.ru. Индивидуальное обучение. Совершенно разные планы. На разное время. Вы можете их посмотреть и начать работать. Ваши знания сильно вырастут. Спасибо.